Приехали рано утром на рыбалочку. Посмотрите, какие тучи. Хотя тепло, утро замечательное. Дышится легко. Геннадий достал удочки и будет проводить ловлю рыбы. Проверочный вариант, есть или нету. Потом поедем дальше. Мы у детей ночевали, заехали через залив домой. И сейчас домой поедем. Видите, фонари потухли уже. В любую погоду красиво. Добрый день, дорогие друзья. У нас, конечно, утро. У кого-то день. Выехали. Уже попалось. Выехали на залив. Ну, сейчас посмотрим, что там попалось. А, точно. Селедочка. Ну-ка, покажи. Ну все, убивай ее нельзя долгом. А мы пойдем дальше.